Крот шел покупать себе ботинки. На улице было солнечно, кругом весело смеялись. Крот шел спокойно, неторопливо. Ему вовсе не было жаль, что он ничего этого не видит. Он знал, что он крот, и так положено. Он попросил перевести его через улицу мартышку. Мартышка перевела, но при этом так кривлялась, изображая походку крота, что попала под велосипедное колесо и допереводила уже хромая. Да еще получила от крота подзатыльник вместо благодарности. В магазине крот нашел отличные тяжеленные ботинки на всякую погоду, но уже на выходе ухитрился невзначай так пнуть зеркало у самого пола, зеркало специально для отражения обуви, что оно разлетелось на тысячи мелких осколков, в каждом из которых был виден крот в полете, в новых тяжеленных ботинках, в разных ракурсах абсолютно серьезный крот, который не придал событию никакого значения. Возместить ущерб крота никто не попросил. У выхода его встретила хромая мартышка, следующая за ним, незаметно до самого магазина. Незаметно следовать за кротом было, как понимаете, нетрудно. Мартышка проводила крота до самой норы, но спускаться вниз не стала. Долго стояла, глядя ему вслед в черную дыру, думая о чем-то своем, мартышчем. На земле остались следы тяжеленных кротовых ботинок, и в каждом, и в одном из них маленький осколок, прилипшего к подошве в магазине зеркала. Но теперь он отражал лишь сереющее в сумерках небо.